Максим учится еще только во втором классе, но уже освоил азы программирования. В ближайших планах нарисовать полноценный компьютерный мультфильм. Сразу видно – будущий IT-специалист. Мне здесь нравится учиться. Здесь есть лего-занятия. Например, вот программирование мне нравится, сборка. Интересно познакомиться с разными новыми программами. Фестиваль IT-технологий – командное соревнование. 7 этапов для старшеклассников и 5 для младших классов. На каждом – мастер-классы и задания от педагогов. Время нахождения на каждом из этапов всего 25 минут. Участвуют не только ученики, но и их родители. Что-то новое, как для ребенка, как и для нашего города, что он развивается. Очень как бы с горящими глазами идет в школу, идет особенно на эти мероприятия. В единственной в крае IT-школе создана уникальная насыщенная образовательная среда. Учащиеся получают знания у профессионалов в области IT-технологий. Ребенку будет предоставлена возможность выбора очень большого количества профессиональных проб и практик с одной единственной целью – раннего самоопределения ребенка. Школа сотрудничает не только с ведущими вузами Перми, но и с крупнейшими предприятиями города в сфере IT-технологий. Ключевой момент, по которому мы сотрудничаем, это, конечно, профориентация школьников, благодаря которой школьники должны выбирать профессию по призванию, по зову сердца, а не следуя какой-то моде, которая вовсе не откликается с их внутренними потребностями. И что хорошо происходит в IT-школе, они используют все решения, которые для IT-технологий могут применяться. То есть это и дизайн, и программирование. В настоящее время в школе стартовал набор с 5 по 10 классы. Подать документы можно уже сейчас. Денис Пальчиков, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».